Ансамбли «Ветерок» и «Вятский сувенир» Дворца культуры «Космос» приняли участие в первом международном конкурсе фестиваля хореографического искусства «Розы обзора», который проходил в Болгарии. И главный приз фестиваля получил кировский ансамбль народного танца «Вятский сувенир». К поездке в Болгарию 34 кировских танцора готовились полгода. Подростки и молодежь выступали в двух номинациях – «Народный танец» и «Малые формы хореографии». Последние кировчане представили дуэты и оказались в этом жанре чуть ли не единственными. Малые формы танцуют дети, которые наиболее яркие, наиболее одаренные, что ли. Те, которые могут себя показать именно в сольном танце, в дуэтном танце. Даша Исупова на фестивале «Розы обзора» танцевала в дуэте. Танцами она занимается уже 8 лет. И, конечно же, любит ездить в другие города на фестивали и конкурсы. Это всегда очень интересно, побывать в новых городах. Это танцевальный опыт. Вот, конкурсы всегда как бы помогают в дальнейшем, вот, в хореографии. Посмотреть на другие коллективы, кто на каком уровне занимается. Подготовка к фестивалю была долгая и упорная, но труды ребят были вознаграждены главным призом, а также теплотой и бурными аплодисментами зрителей. Во всех номинациях кировчане получили дипломы лауреатов первой степени. Главный приз, гран-при, получили старшие ребята из ансамбля «Вятский сувенир». Жюри особо отметили кировчан. Самое яркое и запоминающееся вот выступление они объявили, что был ансамбль танца «Ветерок» и «Вятский сувенир», поскольку мы «Ветерок» – это средняя группа наша, а «Вятский сувенир» – это старшие ребята. Вот. И, ну и, конечно же, то, что именно в основном только один наш коллектив привез именно вот эту малую форму. Фестиваль проходил в 4 смены, и в каждой был выбран коллектив-победитель. Следующим летом запланирована смена победителей, на которую приглашены и кировчане. И наши ребята очень хотят посоревноваться с сильнейшими танцевальными коллективами и доказать, что все-таки кировские танцоры самые лучшие. Виктория Волкова, Максим Козлов, «Вести», Кировская область.